Здравствуйте! Сегодня с вами Марина Ломака. И мы будем готовить очень вкусное домашнее жаркое из свиных ребрышек в мультиварке Polaris 0527. Включаю заранее режим жарко. 5 минут, я думаю, будет достаточно. И пока разогревается чаша мультиварки, я расскажу, что нам для этого понадобится. Я взяла 800 грамм свиных ребрышек, килограмм картофеля, 3 луковицы, 1 морковку среднюю, штук 8-10 черносливин, лавровый лист, соль, перец по вкусу, специи также по вкусу, домашний томат с болгарским перцем, ну и вода. Приступим к приготовлению. Для начала нужно порезать морковь и лук. Все режем произвольно. Засыпаем в чашу лук. И далее я нарежу морковку. Добавляю морковь. После того, как лук и морковь обжарились, я добавляю свиные ребрышки. Следом я добавляю картофель, выливаю томат и наливаю воду. Добавляю специи по вкусу. Надо посолить. Лавровый лист и чернослив. Закрываю крышку мультиварки. Выбираю в меню режим тушения. 1,5 часа нам будет достаточно на приготовление. И нажимаю старт. Через 1,5 часа блюдо будет готово. Время приготовления подошло к концу. Я один раз за время приготовления перемешала. Вот такое вкусное блюдо у нас получилось. Приятного аппетита!